Привет, народ! Сегодня мы едем на батарейную сопку проверять, как едет резина Simex Jungle Tracker по снегу. Встречаюсь сейчас с друзьями там на месте и будем проверять. Значит, они сомневались, что эта резина едет хорошо по снегу, но я хочу их переубедить. Ну, типа, не может грязевая резина ехать хорошо по снегу. Хочу их переубедить, сейчас будем переубеждать. Там есть очень крутая горка, значит, очень крутая. Причем почти на самом верху там идут диагоналки, ну и коряги различные там в виде древесных корней. Ну и, соответственно, снег там. Вот будем сейчас туда забираться, показывать, что как. Посмотрим, что получится. Еду сейчас на место встречи, еду сейчас по окружной трассе, приеду, там уже продолжим. Приехал на место встречи, значит, сегодня собралось очень много машин, из них Mitsubishi Delica, Lexus 470, и вот они спереди меня едут. Потом, значит, Нива, Surf, Pajero Sport, а также еще Subaru Forester. Ну, где-то еще должен был быть Lexus 350. А, нет, вру, 330. Куда-то Слава поехал. Что-то они кого-то пропускают меня. Сейчас посмотрим. Ну, не стащила бы на него. Меня пропустили первым, потому что не помнят, куда ехать. А я помню. Я знаю это место. Lexus позади меня. Вон остальные участники едут. Вот здесь сейчас крутая тоже горочка будет такая, с диагоналочками. Некоторые машины один год как-то здесь не могли подняться. Вот это место засадное. Ну, я думаю, ничего сложного не будет. Да, спокойно вообще. Машина прет как танк. Доехал вот сюда. Вот поворот на эту горку. Вон она, эта горка. Вот эта горка. На видео, конечно, о ней ничего не скажешь, но в реальности она очень-очень крутая. Один год здесь как-то много машин не могло подняться. Вот сейчас здесь начнем. Небольшой подъемчик вот до горки. Что-то Делика встала. А, нет, поехала. Миха заехал. Делика заезжает. Сейчас попробовал там остановиться. Вот здесь вот, где Делика едет. Пытался тронуться, но... Тронулся, но... С натягом. Делика едет. Резина на Делике Maxxis Mozilla. Он что, решил сразу на нее поехать, что ли? Да ну кого? Не зайдет тут. Он не знает. Он как бы думает, сейчас вот так вот. Или что, он сейчас хочет что, тронуться прям? Ну вот, смотри-ка, что прет. Прет. Ну этот там... Ты нашел дорогу? Все. А, да, вот. Вот пределы Делики, вот они, блин. Нифига не едет. И не тронется он там нифига. Как вы думаете, что это шумит сзади кадра? Это шумит Нива. Все, Делика сдулась. Да. Тут надо ходом ехать. А он вообще заглох. А, завелся уже. А я что-то, короче, остановился, чтобы единичку на автомате включить. И давай трогаться, ну как-то побуксовало, тронулся вроде.
33, резина у него, по-моему, 13/5, R15. Maxxis Mozilla, но уже довольно-таки стертая. Да, вот это вот. Да, Слава! Так вы что, говорит, не сказали? Я что-то зря встал, что ли? Тут надо ходом. И что, надо парковаться где-то? Попытка. Газ полаз, видимо, на пониженной. Раскачка, все, он сейчас станет там. Все, встал. Вот здесь, а его сейчас на дерево Миха потащит, походу. Он, видишь, он как-то встал прям параллельно. Пока еще далеко до дерева. Сзади дерево. В смысле, в том плане, что на далеке здесь страшно. Центр тяжести. Страшно, но. Слышь, Андрюх? Но. Потом уже с блоками пойдет. Причем он на пониженной, а я сюда просто на межосе залетал туда. Но это было вот когда. Да вот это было. Конец 15-го года был. О, сейчас-то ему страшно, реально. Вот здесь, ему надо выруливать здесь прямо скатываться, а никак не боком. Все, Миха, смотри. Смотри, как он страшно встал. Ты посмотри вообще, его сейчас надо вообще там, я не знаю, что с ним делать. Сейчас он... Он что, на жопе? Не, он на жопе разворачивает машину. На жопе, походу, выпрямлять ее надо, но... Не, а то там вот так по полу спуститься, вот так вот задом. Да вот она вот далеко, вот, не вот в этом последнем страшно, кажется, в плане... Но она, тем более, у нее, видишь, задранная, как бы, вообще, еще выше. Ну, страшно, знаешь, а помнишь, как он там-то на этом-то? По целику-то его ломали, на титовке-то на... Да. Там-то что-то вообще жесть была, там, спирт. Вон там-то ехало, вообще страшно, блин. Но там, как бы, не было такой крутой горы. Там просто чистая целина была. Давай, 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 нормально, все, вышел. О, это надо будет мне сейчас еще заезжать сюда, блин. Что-то как-то, блин, не знаю, но в том году я залетал тут. Чего, Слава? Очко жим-жим? Ну, тут-то тоже, ну, что... Да, мордюк. Сур с блокировками пошел. Блокировки Иштехна в мостах. Ну, правда, спереди редуктор стоит на приводах. Резина Forward Safari 33. Но у него блокировки все. Все, все, встал. Веса много. А нет, что-то карабкается маленько. Движка не вывезла. Двигла не хватило, все, отядил не... Смотри-ка, что, тронулся. Что, неужели заползет? Да он уже практически заполз. Заехал, нифига. Значит, я не зашел туда. Маленечко до верха не хватило. Там какую-то как горку машина упирается, и все. И Lexus тоже встал наверху. И не знает, что делать. Вот все, что там изрыто, это все я изрыл. Что-то встали, думают, что делать. Значит, проблема такая, что у Lexus лопнул привод. Сейчас человек спустился сверху, сказал, что передний привод у него лопнул, не знаю, какой, левый, правый. А какой левый, правый лопнул-то? А, не слышит. Короче, кранты. Да, Нива тоже не заехала. Так же, как и мой хомяк. Хотя тут уже на пониженное ехал, видимо, газ полаз.
но не едет. Вот эта вот диагоналка здесь злая, блин. Спорт заезжает. Ну, он что-то слабо идет как-то. Ой, да вообще что-то как-то. Все, встал. Нифига дыма сколько. На зимней резине. Он как-то, ну, слабо газу дает. Так вот, мне кажется, да? Газ полаз. Да ну нахер. Сейчас Слава будет орать. А, Митсубиси рулит. Лэнд Крузер 100 на зимней резине. Заехал, нифига. Советско-японское такси, как Ромка говорит. А все. Ну и ладно. Такси не едет. Нива спустила колеса. Пробует заехать второй раз. Идет вроде, но может распущенных и зайдет. Вот это да. Ну вот опять вот до этого места вот он доходил. Все, встал опять. Но маленько не хватило, вот опять. Все, кто поднялся. У Монтеро Спорт спущенные колеса, у сотки нет. Патрицкий тоже. Эскудик на резине Комфорсер. Ну, он пободрее идет. Да вы чё? Да вы чё? Комфортен. Люска. Делика третья попытка, по-моему. Вот это да. Звук пылесоса. Давай попробуй тронуться. Тебе надо-то, Децл, но у тебя по диагонали тупо крутит и все. А? Но. Вот надо это. Вот так рывками. Во-во-во-во, пошел, пошел. Да нифига! Ну, в общем, итог покатушек. Я в эту горку так и не заехал. Потому что, скорее всего, да, резина эта может быть и не сильно предназначена. Правда, в других местах я заезжал, ну, менее крутые горки. Но, если бы ее, конечно, подспустить, с учетом того, что у меня давление в колесах сейчас... В передних где-то 2.0, а в задних 2.2, то, может быть, глядишь и заехал бы. Ну, я не стал заморачиваться, потому что пока спустишь, потом опять накачивать. То есть не хочу этим заниматься. Поэтому не стал пробовать больше. Но не заехали, получается, я, Форестер и Mazda Tribute. Остальные все заехали.
Ниву затянули тросом. Делика заехала, сотка заехала. С Лексусом, конечно, неудача получилась. Жалко машину и жалко владельца, что так получилось, конечно. Но, как говорится, пусть лучше это сломается здесь, в людном месте, чем где-то непонятно где, без людей, в одиночестве. Так что всем спасибо за просмотр. На сегодня покатушки закончились. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Ха-ха. Вы что думали, что если все заехали, то мы с хомяком нервно будем курить в стороне? Не тут-то было.